Сегодня балхашские спасатели проверили готовность служб к весенним чрезвычайным ситуациям. Специалистов и технику испытали на реальном примере. По сценарию человек провалился под лед. Удалось ли спасти пострадавшего и как оценили действия служб, расскажем в следующем сюжете. Сегодня на водно-спасательной станции собрались сразу несколько служб. Спасатели, полицейские, связисты и медики. Их готовность к чрезвычайным ситуациям проверяли начальник УЧС и заместитель акима города. Техника и оборудование в порядке, специалисты к экстренным случаям готовы. 200 метров от берега человек провалился под лед! По сценарию учений недалеко от берега под лед провалился человек. Спасатели экстренно загружаются в Хивус и выезжают на место. Возле места провала погрузиться в ледяную воду готовится водолаз. Несколько минут на экипировку и специалист спускается под лед за пострадавшим. Импровизированный пострадавший, он же манекен Федор, спасен. Его доставляют на берег. Там уже его осматривают медики и госпитализируют в центральную больницу. Было задействовано 5 единиц техники, 13 человек. Оценка дана комиссии, городской комиссии, на оценку хорошо. К чрезвычайным ситуациям, весеннего периода, спасательное подразделение, также маневренная поисковая группа готова. Виктория Буханцева, Сергей Кисибаев, Оркин Медиа.